Всем доброго дня. Очередная подборка заправок одноразок. Вот такая система электронная. Пуфми 5000. Разобрать с усилием ее вот так. Снимаете, открываете. Снимаете верхний колпак. Здесь фильтр такой. Можно его промыть под краном, просушить. Вот так он вытаскивается. Если он... Берете жидкость, ну, туда заливаете, там 5 миллиграмм, 10 миллиграмм, закрываете назад фильтр. Ну, если есть, кого получится, здесь испаритель втыкается, когда горит, там вата на нем. Если получится поменять, кого поменять. Ну, если не получится, тогда выкидывайте, когда гореть начнет. Ну, и все, вот, закрываете. Все, вот она курит, парит. Есть такая 9000, Пуфми тоже. Она вот так отщелкивается, крышка вот эта, где индикаторы. Ну, разбирается. Ну вот я изолентой здесь отверстие заклеил. Делайте отверстие вот в этом месте. И шприцом сюда закачиваете. Ну, лучше 10 миллилитров, миллиграмм взять шприц, потому что лучше жидкость закачивается. Жидкость закачали. Ну я изолентой заклеил вот отверстие это. Чтобы воздух не подсасывал. Заклеили, закрыли крышечку. Все. Когда гореть начнет, также можно уже выкинуть, наверное. Ну, все. Всем спасибо за внимание. До свидания.